побыстрее, как там ритм у нас. Однажды я вернусь с работы поздно, в глаза мои посмотришь ты серьезно, во взгляде том прочту вопрос упрямый: когда же мы поедем на Багамы? И мы тот час отправимся с тобою навстречу пальмам, солнцу и прибою. И через год, придя с охоты поздно, заметив взгляд твой грозный, я скажу: ну что с того, что я не брит и не острижен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину. Когда ревет камин и в спальню дверь открыта, когда ты так очаровательно сердита. Охота тоже дело непростое для тех, кто любит килограммами жаркое. Но кому сырое мясо мило, тут мы возьмем, к примеру, крокодила. Кормить семью и крокодилу надо, за мясо дома ждет его награда. И если он
придется охоты ночью. Своей подруге точно скажет он: ну что с того, что я не брат и не осторожен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину, когда ревет камин и в спальне дверь открыта, когда ты так очаровательна, тетя. Сберемся ночью на большую пальму, нам звезды светят так сентиментально, и крокодил в заводе застыли, и остров замер, наслаждаясь штилем. Ну а под утро солнце возвратится, и нам придется с дерева спуститься, а солнце взглядом пробежав по небу, луне, конечно, скажет от души, но что с того, что я не брит и не острижен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину, когда ревет камин и в спальне дверь открыта, когда ты так очаровательно сердита. Но что с того, что я не брит, но что с того? Я все равно люблю тебя, я все равно, когда ревет камин, когда камин, когда ты так очаровательна.